Пол Маккартни завел ТикТок. Пол Маккартни завел ТикТок. Ему 78 лет. В своих видео он что делает? Танцует, играет на музыкальных инструментах, катается на лошади. Смотрим ТикТок Пола Маккартни. Пожалуйста. Ну, конечно, не Юлианна Караулова. Но неплохо, Мить. Может, он просто хочет попасть в ТикТок хаус. Для чего, Мить? Ну, чтобы его развалить. Развалить его изнутри, ТикТок хаус. Маккартни же из Битлз. Он же знает, как развалить ТикТок хаус. Надо просто, чтобы Даня Милохин женился на японке, и все. Давайте ждать, когда зарегистрируется в ТикТоке Елизавета II, Джо Байден. Хотя вообще, в принципе, для людей преклонного возраста нужно запустить отдельную соцсеть ТикТак.